Здоровые отношения – это когда вам не приходится лгать. Ну, обязательно для здоровых отношений, когда в них никто не лжет намеренно, специально. А когда вам нужно чуть-чуть лгать для того, чтобы там как-то лучше выглядеть в глазах близкого человека, чем-то его не ранить, не обидеть. Когда вы можете быть откровенными, и все, что у вас происходит, ему понятно, и он способен к этому отнестись с сочувствием и с пониманием, и все, что у него происходит, вы способны это понять и прочувствовать. В этом случае это будут здоровые отношения. Всякий раз, когда придется чуть-чуть юлить, надо подумать, что пошло не так в ваших отношениях.